И всем привет, с вами Санёк. Или же всем привет тем, кто в пранке, с вами Санёк. И сегодня я хочу рассказать, почему нет видео. Сразу скажу, все виновата учеба. Если каникулы, там, не знаю, любые, но видео все равно нету, это значит, или я уехал, или у меня нет времени. Ага. Вот. И даже в эти каникулы у меня нету времени. Вот так вот вышло. Сейчас в 7 утра записываю. Вот. И я хотел тут показать свой Steam аккаунт. Вот. Если вы хотите там, не знаю, как-то мне помочь, просто зайдите в мой список желаемого и там, не знаю, купите мне что-нибудь, если хотите. Я никого не уговариваю, просто если хотите, там, не знаю, у меня есть игры за 50 рублей, там вот. Тем более сейчас вроде как хэллоуинские скидки, если они еще не закончились. Там намного скидки. Вот. Ну, в общем, да, вот. У меня там 17 игр есть. И в желаемом где-то 30 игр. Покажу, нифига себе, 55, в общем, вон. Ну так понятно, GTA 5. А, не обращайте внимания, это так, чисто так для прикола. Вот, например, 29 рублей стоит. Всего лишь. Вот. Ну и у меня игры есть. Ну, в Dota 2 у меня всего лишь 2 часа, я не особый любитель. Dying Light я прошел вон 60 часов наиграно. Farm Expert у меня не запускается вообще. Это я тоже не играл, это мне, знаете, в интернет-магазинах есть всякие рандомы. Вот я купил рандом за 100, и мне вот это вот выпало. Ну, не знаю, эта игра по отзывам не самая лучшая. Да, у меня есть Outlast, я не знаю, зачем я его купил. Я 30 минут поиграл, что-то больше не хочу. И он просто там был по скидке за 100 рублей где-то, или даже меньше, я его купил, не знаю зачем. Вот, два. Я в него на ноуте играю. Вот про цивилизацию, которую мы снимали. Ну, Робокрафт. 57 часов все-таки не играл. Ну сейчас я вообще в него не играю. Уже давно. Где-то полгода, наверное. Спинтайрес, ну куда же без него. По-моему, нормально, такая хорошая игра. Террария. Ну, Террарию я еще на пиратке часов 20 не играл, поэтому лицензию так просто купил. Сейчас вообще не хочу в Террарию играть. И Unturned. Куда же без него. Да ведь? Ладно. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите, я никого не уговариваю, покупайте что-нибудь у меня в списке желаемого. Всем пока!